В этом видео вы узнаете, как отучить ребенка плеваться. Иногда дети начинают без причины плеваться. Ау, Дим. Надо брошу. Причем дети не всегда это делают во время еды. Иногда они начинают плеваться просто так. Сейчас я буду вынужден спровоцировать малыша плеваться еще больше. И чтобы некоторые родители, они говорят, что нужно ждать, нужно время. Ну, меня пока забавляет, что он так делает, но в принципе можно поступить по-другому. Дима. Второй вариант. Делать вот так. Когда дети плюются, а им так очень не нравится. На самом деле это видео работает для продвижения делового канала. Вы записываете видео на какую-нибудь популярную тему и заливаете его на деловой канал. Поскольку популярные темы ищут чаще, чем бизнесовые, то это видео набирает намного больше оборотов, чем все остальные. И работает на social proof. Более подробно о том, как вы можете использовать популярное видео для продвижения своих деловых каналов, читайте в статье. Ссылку на статью вы можете найти внизу под этим видео. Перейдите вниз, нажмите на ссылку, ставьте лайки и надеюсь, что это видео было вам полезно.